Фестиваль «Пульс 5 миллионов» отметил юбилей. Вот уже 10-й год подряд он собирает журналистов со всей Кубани. В Ольгинке участники фестиваля могут не только пообщаться друг с другом и отдохнуть, но и подтянуть свой профессиональный уровень. Мне больше всего здесь понравились мастер-классы, так как они очень полезны и для меня, как для молодого журналиста, и для более опытных моих коллег. На достигнутом организаторы останавливаться не собираются. По планам, с каждым годом границы фестиваля будут расширять. Курирует его заместитель губернатора края Галина Золина. Вот и на этот раз она приехала пообщаться с журналистами со всей Кубани. Провела совещание с руководителями СМИ и пресс-служб. Именно с ее подачи фестиваль приобрел новые возможности. Теперь он стал еще и площадкой для обсуждений и решения проблем журналистов. Сегодня это действительно такая, можно сказать, современная дискуссионная площадка, где уже и круглые столы, и встречи, и большие форумы. И если раньше фестиваль проходил один день, даже можно сказать полдня, то сегодня мы уже в трехдневную программу не укладываемся. Мы понимаем, что можно было бы еще вот и вот такой формат провести, такой формат привлечь. Уровень фестиваля подчеркивает и наличие гостей. Мэтры отечественной журналистики в Ольгинку приезжают каждый год. Здесь свой продукт представляют и ведущие российские медиаструктуры. Я здесь увидел, это, ну, прежде всего, конечно, замечательно, когда журналисты собираются все вместе. Это самое главное. Когда журналисты самых разных газет, радио, телевидение, самые разные медийные ресурсы вдруг начинают вот так чувствовать себя близко и начинают говорить о проблемах, о задачах, говорить о том, что можно сделать, как работать с читательской или зрительской аудиторией. Пообщаться с кубанскими журналистами приехала и группа «Ронда». Пресс-конференция с солистом коллектива вызвала большой интерес. Музыкант рассказал о своих взаимоотношениях с журналистами. Конечно, хочется, чтобы общение происходило с людьми, которые знают свой предмет, знают твой предмет, знают, о чем они пишут. Даже если это критика, то, конечно, если конструктивная критика, она всегда принимается. Воскресенье стал последним днем фестиваля. Все журналисты разъезжались в свои города. Но ровно через год «Пульс 5 миллионов» снова соберет множество участников. Игорь Кырпа, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.